Здравствуйте! С вами информационный обзор климатических событий в мире. В текущем выпуске мы увидим: муравьи урагана Харви в США, климатический обзор за неделю, как анонимный блог в социальной сети помог ученикам школы, помощь беженцев в ликвидации последствий наводнения в Баварии. Мощнейший ураган Харви со времен урагана Катрин на прошедшей неделе достиг штата Техас в США. Был объявлен режим чрезвычайного положения в 50 округах штата. Скорость ветра составляла 58-70 метров в секунду. Ветер срывал крыши с домов, валил деревья. Без электричества остались более 330 тысяч человек. В течение 24 часов выпало от 500 до 1000 миллиметров осадков. Более 15 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома. Наиболее пострадал город Хьюстон и близрасположенные пригороды. Местами затопления достигали 1-3 метров. В затопленном вследствие урагана Харви в штате Техас, спасаясь от воды, огненные муравьи сформировали плавающие колонии. Эту способность различных видов муравьев к объединению во время наводнений ученые заметили уже давно, однако объяснение такому поведению официальной наукой до сих пор не найдено. Ученые лишь наблюдают, что меньше чем за 2 минуты насекомые сцепляются мандибулами за лапки друг друга, образуя живой плавающий островок. Волоски, покрывающие их тела, удерживают пузырьки воздуха, поддерживая всю колонию на плаву. Сформировав первый слой такого плота, муравьи переносят на него спасенное потомство. Так они путешествуют, пока не достигнут суши. В такой тяжелый для людей период времени природа показала, что только объединение может спасти жизни людей в условиях глобальных катаклизмов. 26 августа. США. В округе Камерон в штате Луизиана и в округе Форт-Бенд в штате Техас пронеслись торнадо. Нигерия. От обильных дождей пострадало 44 человека. Разрушены сотни домов в городе Ниамей и прилегающих к нему районах. Россия. Более 450 человек эвакуировано из села Оленье Волгоградской области вследствие пожара. Крупный град выпал в Саткинском районе Челябинской области. В Якутии выпал снег. В населенных пунктах Айхал и Удачный за ночь выпала месячная норма осадков. Также снег выпал на севере Иркутской области, Буркина-Фасо. В результате сошедшего оползня пострадали 13 человек. Филиппины. 2000 человек пострадало от обрушившегося шторма Пахкар. В течение дня на планете было зафиксировано 283 землетрясения. Из них 39 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,2. 27 августа. Китай. Тропический шторм Пахкар достиг провинции Гуандун, Гонконга и Макао. Объявлен оранжевый уровень опасности. Сомали. От продолжительной засухи пострадало более 6 миллионов сомалийцев. Из них 3 миллиона человек страдают от голода. Сьерра-Леона. В городе Фритаун обильные дожди вызвали паводок. В течение дня на планете было зафиксировано 360 землетрясений, из них 60 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 6,6. 28 августа. Уругвай. Обрушившиеся дожди вызвали паводки в нескольких провинциях страны. Пострадало 4 человека. Италия. Град размером с куриное яйцо выпал на озере Гарда и в коммуне Дольче, Венеция. Испания. Снеговой штурм обрушился на северную часть страны, в то время как в центре и на северо-западе выпал крупный град. Китай. В китайской провинции Гуйчжоу в результате оползня пострадали 15 человек. 34 дома оказались под завалами. Украина. В Дубинском районе Ровенской области выпал град размером с перепелиное яйцо. Россия. В городе Смоленск в результате сильного ливня были подтоплены дороги. В течение дня на планете было зафиксировано 335 землетрясений. Из них 39 магнитудой свыше 4.
Максимальная магнитуда составила 5,1. Примеры проявления доброты и человечности. В одной из школ города Вашингтон в США 18-летний Коннор Соф вел анонимный блог в соцсети, куда выкладывал фотографии учеников с добрыми подписями о каждом из них. Подмечая их лучшие качества, Коннор показывал, как важно обращать внимание именно на достоинства людей. Во время всей учебы студенты с интересом следили за публикациями, гадая, кто мог быть их автором. И только на выпускном вечере Коннор признался, что это он вел блог. Благодаря его внимательному отношению, ученики сдружились, став добрее друг к другу. Как говорится в книге Анастасии Новых «АллатРа», когда человек пребывает в настоящей любви, он начинает видеть человека под совершенно иным углом зрения. И в том человеке также происходят заметные преобразования. Человек начинает не просто раскрываться, но и меняться в лучшую сторону, пребывая сознанием в полной чаше любви. Людям, желающим следовать духовным путем, не стоит терять время на ожидание, что кто-то когда-то придет и искренне их полюбит. Им надо научиться раскрывать любовь внутри себя, любовь к Богу, к душе. И тогда она отразится на окружающем мире, позволит увидеть людей в ракурсе их духовной красоты. Все на самом деле ближе, чем человек себе может представить. 29 августа. Китай. В уезде Мохэ прошел снегопад. Турция. На Стамбул обрушилась сильная буря с проливным дождем. Скорость ветра достигала 20,5 метра в секунду. Судан. Проливные дожди, обрушившиеся на провинцию Эль-Гейзир, привели к разрушению более 100 домов, оставив без крова сотни семей. Индия. В городе Мумбаи от наводнения пострадало более 50 человек. Конго. На юге страны в результате схода оползня, вызванного сильным дождем, пострадало более 25 человек. Россия. В районе города Сочи сформировалось одновременно 12 водяных смерчей. Сошли оползни и прошел снегопад, грозы с ливнями и градом. Скорость ветра достигала 25 метров в секунду. В поселке Эста-Садок в Адлеровском районе сошло 2 селевых потока. Украина. В районе села Фонтанка в Одесской области произошел обвал грунта. США. В штате Юта, вблизи города Баунтифул, бушуют лесные пожары. В течение дня на планете было зафиксировано 303 землетрясения. Из них 38 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,3. 30 августа. США. Торнадо пронесся по городу Лусдейл в штате Миссисипи. Испания. Вследствие продолжительной засухи в провинции Ла-Риоха из-под воды появилась часть города Мансилья-де-ла-Сьерра, затонувшая 60 лет назад. Мексика. Проливные дожди парализовали работу аэропорта имени Бенито Хуарес. Уругвай. Шторм обрушился на побережье в районе города Пунта-дель-Эсте. В течение дня на планете было зафиксировано 316 землетрясений. Из них 54 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 5,4. 31 августа. США. По округу Пикенс в штате Алабама пронесся торнадо. Пострадали 4 человека. В округе Бьют в штате Калифорния лесной пожар охватил площадь в 1,4 тысячи гектара. Пакистан. Провинция Синд продолжает страдать от наводнений. В городе Карачи нарушено энергоснабжение и затоплены улицы. Пострадало 25 человек. Венесуэла. Штат Сукре пострадал от паводка, вызванного ливнем. Повреждено 120 домов. Украина. Согласно данным Центральной геофизической обсерватории, в течение августа в стране было установлено 2 температурных рекорда за все 137 лет метеорологических наблюдений. В течение дня на планете было зафиксировано 313 землетрясений. Из них 60 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 6,4. Суть нашей жизни состоит в том, чтобы понимать и помнить.
Смерть наступает не тогда, когда останавливается сердце или когда отказывают почки. Смерть наступает тогда, когда из сердца человеческого уходит любовь. Архимандрит Мельхиседек. 1 сентября. Нигерия. Штат Бенуэ пострадал от наводнений. Более 100 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома. Швейцария. В деревне Бонда сошел крупный оползень и селевой поток. Повреждены дороги, разрушены несколько зданий. Мексика. На штат Нижняя Калифорния обрушился тропический шторм Лидия. Эвакуировано 4 тысячи жителей. Россия. В районе населенных пунктов Эльбрус и Верхний Баксан сошел селевой поток в результате прорыва ледникового озера Башкара. Тайвань. На берег реки Келунг вынесло большое количество мертвой рыбы. Причина гибели рыбы неизвестна. Предположительно, это событие связывают с высокой температурой воды – 30,3 градуса по Цельсию и пониженным содержанием кислорода в ней. США. Град размером с яблоко выпал в округе Уэйк в штате Северная Каролина. Западные округа штата Теннесси пострадали от паводков. Италия. В городах Гроссетто и Ареццо возникли паводки. В течение дня на планете было зафиксировано 332 землетрясения. Из них 56 магнитудой свыше 4. Максимальная магнитуда составила 6. На протяжении недели в стадии извержения находилось 38 вулканов. В течение недели произошло 454 землетрясения в радиусе до 20 километров от действующих вулканов и на глубине, не превышающей 20 километров. В том числе 83 землетрясения в 50 километрах от кальдеры Йеллоустоун с максимальной магнитудой 2,8. Всего за неделю более 104 тысяч человек стали климатическими беженцами. В июне 2016 года Германия и Франция столкнулись с разрушительными наводнениями. Среди прочих сильно пострадал баварский город Симбах. Наводить порядок после окончания буйства стихии на улицы города вышли беженцы из Сирии, Сенегала, Конго и Пакистана. Как прокомментировала ситуацию Наджа Аль-Хасас: «Жители Симбаха оказали нам огромную помощь. Сейчас у нас есть возможность хоть что-то им вернуть. Мы знаем, что такое жить в кризисной зоне и потерять собственный дом». Местные жители отмечали, что беженцы трудились с улыбкой на лице, и что такой совместный труд намного облегчил беженцам интеграцию в новую среду проживания. У них появилась возможность поближе познакомиться с жителями города и подучить немецкий язык. По словам мэра города, в тот момент, чтобы справиться с последствиями наводнения, нужен был каждый доброволец. Как говорится в книге Анастасии Новых «Сенсей» «Исконной Шамбалы»: «Кто творит с благими мыслями благое деяние, нет нужды печалиться об упущенном, ибо он приобретает гораздо большую силу для познания души своей, нежели пребывая в бездействии». Объединение людей – залог выживания человечества. О новых технологиях, неизведанных ресурсах Земли, мифах и реальности относительно текущего положения человечества и многом другом смотрите в разделе на канале «АЛЛАТРА Наука» «Дыхание жизни. Научные разработки. Новые технологии». Ознакомиться подробнее с нашей деятельностью, задачами и целями можно на сайте allatravesti.com в статье «Команда проекта «Климат-контроль». Единство в духе порождает единство в мире». О климатических событиях в мире и решении климатических проблем читайте на сайте geocenter.info, а также на сайте allatra-science.org и в докладе ученых «АЛЛАТРА Сайенс» о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.